кошка сейчас, смотри, сидит все спокойно. Ей вообще хорошо. Мне нравится, когда он снимает как-то снизу. О, так получше. Оставь кота в покое. Так, в этом сколько у нас процентов? 68. А в этом? 1. Thank you. В смысле, иностранным только ты чё? Тебе тоже ты чё? Такая дама откуда? О, откуда такая дама? Из Гомеля. Привет, привет. Так, что мы включим? Тут у нас 0%. Кто там храпит? Кто-то? Мама. Я под Белоруссию иду, кстати, таки. Не, надо что-то музыку какую-то. Ну, мужское, женское я бы, конечно, включила. Кошка храпит. Кошка как раз не храпит. Ну, еще даже не спит, смотри, он какая. Да, она у меня болеет, поэтому пускай отдыхает. Что с телефоном? Просто не включается. Спасибо, спасибо. Эй, телефон, а что с тобой? Ладно, пускай лежит. Отдыхает. Ну, что это значит? Айфон тот, с которого я сейчас веду эфир. У тебя есть парень? У меня нет парня. Вот это Samsung. И вот это Samsung. У меня два Samsung. Какой вам больше нравится? Я из Гомеля. Что, какие песни включаем? А, давайте какой-нибудь включим топ. Топ, топ, какой топ? Музыка топ. ТикТок. Давайте. Девушки, какой девушки? Можешь найти мой инстаграм у меня в аккаунте. Спасибо. Можете, конечно, заказать песню, если вы хотите. За подарочек какой-нибудь. Как упрашивать подарочки? Где подарок? Ужас! Без подарка? Беларусь. Спасибо. Вас спонсируют.
Послушаем, что он там нам предлагает.